Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале у Светланы Лоди Сад. Сегодня небольшое такое видео о моих подарочках или о гаджетах для домохозяйки-блогера. Ни разу не снимала вам таких видео, просто для разнообразия, а то уже рассада, рукоделочки. А сегодня вот так отвлеклась на другие темы. Смотрите, муж мне подарил вот такой пылесос. Сказал: вот тебе, жена, облегчаю домашнюю работу. Потому что дом у нас все-таки двухэтажный, и ходить вот с пылесосом, с этими длинными шнурами туда-сюда, это очень неудобно. А вот такой вот пылесос, это вообще, это чудо чудное. Благодать просто невозможная. Теперь он у меня вместо веника, работает прекрасно на кухне, не надо ничего замывать, затирать. Я даже несколько раз на кухне, ну вот если готовлю, все равно все что-то крошится, сыпется. И это у меня палочка-выручалочка. Называется вот этот пылесос Dyson фирмы. Я вовсю им работаю, прям вовсю. Очень мне понравился такой пылесос. Конечно, он не дешев, что и говорить. Но если у кого есть средства или кто-то хочет сделать жене такой подарок, мужчины, которые меня смотрят, сделайте, пожалуйста. Это очень сильно облегчает женщинам работу. Просто великолепный. Насадок у него тут много. И для пола, и для ковров, и для мягкой мебели. Кнопочка вот здесь. Вот так. И чаша очень легко от нажатием вот этой вот красной клавиши вверх. Открывается чаша, выбрасывается мусор. Ничего здесь не копится, ни пыль, ничего. Просто великолепная штучка. Вот так. И недавно еще на Новый год мы купили себе вот такую кофеварку. Мы не любители кофе. Ну, вернее, мы его пьем, конечно, но мы чаеманы, а не кофеманы. Но кофе очень почему-то любим пить по утрам в выходной день. Я не знаю, почему у нас такое вот такое сложилось действо. Рожкового типа. Фирма DeLonghi. Очень мне подошла по дизайну, к моему гарнитуру. Видите, очень. И очень нам нравится кофе. Можно с капучинатором он. Можно сделать капучино, латте. В принципе, какое хотите. Вот такая еще штучка. А теперь о штучках для блогера. А для блогера у меня появился вот такой тренога, вот такая, для съемок моих роликов. Меня же часто ругали, что у меня дрожит постоянно рука, потому что я снимала. Сейчас покажу вам чем. Попробуйте удержать, и чтобы не дрожала рука. Ну, как я говорю, я всегда прислушиваюсь к критике. Заказала себе вот такой вот прибор для съемок. Все здесь можно регулировать. Очень удобный. Вот выше, ниже, так. Да. Выше, ниже это. Ножки тоже складываются. Но, конечно, он рассчитан для камеры. Может быть, даже для телефона, я не знаю. А у меня планшет. Поэтому, видите, опять приспособа. Вот эта штучка, это у мужа такая была в машине держалка тоже для планшета. Она на такой липучке, ножка-липучка. Я ее ножку эту сняла. Муж говорит, может быть, тебе пригодится. Ему что-то в машине она не нужна. А мне очень пригодилась. Я сюда вставляю планшет, она зажимается сзади клавишей. И прекрасно теперь снимаю для вас ролики. Вот такой я сама себе сделала подарок на Новый год. Придумала все-таки, как же мне снимать. А сейчас покажу вам гаджет, которым я пользовалась до этих пор. Посмотрите, вот такой у меня планшет. Вот он достаточно большой. Видите, моя ладонь даже, как сказать, я не знаю, сколько там он по диагонали. Наверное, не знаю, 17, наверное. То есть он достаточно большой. И, конечно, в руке удержать такой планшет очень трудно. Что-то, например, там показывать и держать планшет.
И я как-то увидела в интернете, как снимают некоторые видео без специального устройства. Вот такой у меня прибор. Когда приехали снимать меня с областного телевидения, два молодых человека очень долго смеялись. Но сказали, мы обязательно это снимем, потому что, может быть, кому-то это важно. И вот я сейчас показываю вам, что действительно может каким-то начинающим блогерам и очень важен такой вот прибор. Вот эти резинки, они, конечно же, не мешают ничему снимать, их не видно, потому что камера вот сзади, поэтому все нормально. Если надо, повыше ставим на какую-нибудь коробочку. Бутылка, конечно же, с водой наполнена, и стоит он достаточно твердо даже с моим большим планшетом. Если планшет поменьше или там побольше, ой, поменьше или телефон, то вообще замечательно. Так что возьмите на вооружение. Вот так, сама не придумала. Но люди молодцы, показали. Вот так. Блогеры всякое разное бывает. А сейчас вам хочу показать еще один гаджет, который мне прислали по почте. С сайта «Чудо на дом». Вот он сейчас светит, видите, я... реагирует на движение. Вот так выглядит этот приборчик. Это такой светильник. Сейчас реклама, по-моему, даже по телевизору шла такого осветительного прибора. Светильник называется «Сияние». Здесь инструкция к нему прилагается. Сейчас покажу вам, почему я его приобрела. То есть светильник работает на движение. Здесь есть солнечная батарея. Никакого электричества не надо, он заряжается сам. Заряда хватает на 12 часов, то есть на всю ночь. Вот достаточно мощные вот здесь вот светодиодные лампочки. Они иногда видно. Вот видите, там желтенькие светодиоды. И светит на 10 метров. Правда, а светит он очень сильно. И работает только на движение. Только на движение. Вы прошлись, и он отключился. Устанавливается вот на скотч, ну, наверное, какой-то сильный скотч или на саморез. Не боится влаги, то есть его можно установить на улице. Где-то там перед входной дверью, там в сарай, в гараж, где хотите. Я сейчас покажу, почему я купила вот этот прибор и где я его установлю. Установить этот прибор я хочу вот здесь. Это лестница на второй этаж. И очень в темное время суток, вот если здесь выключаем свет в этой комнате, он включается только наверху. Чтобы провести вот такой выключатель, здесь включил, так наверху выключил, ну вот надо опять вести вот провода по потолку, делать какой-то выключатель. Поэтому вот такой прибор мы установим вот здесь вот на стене. Видите, специально, чтобы вам показать, пока не делали. И все. И прошелся. Вот он будет освещать всю лестницу. Ну, с мужем посмотрим, на какой высоте. Вот так. Он будет освещать нам всю лестницу. Мы прошлись, и он выключился. Очень даже удобно будет нам ходить. И не надо никаких проводов. Если он там нам не понравится, мы его просто сняли и перенесли на улицу в любое место. А мест у нас очень много, где можно установить такой прибор. Вот для этого... И он действительно сильно светит. Я как-то покупала какой-то такой белый на батарейках. Но батарейки менять это просто невозможно. Он не сколько светит, сколько нам необходимо батареек. Вот сейчас проэкспериментируем с таким прибором. Кому интересно, могу потом написать. Понравится ли вот такое использование прибора или нет. Мало ли кому-то тоже... Вот необходимо такие места освещать. Посылка пришла очень быстро с этого сайта. По-моему, там сейчас вот по телевизору, не знаю, смотрю, что какая-то идет акция. В общем, вот пока мне нравится. Он у нас постоял просто на лестнице. Мы поэкспериментировали 2 дня. И вот сейчас вам показываю, что... Так, Фунтик мне тут ногу грызет под столом. Ой, да Фунтик так. То есть вот так называется. Я ссылочку оставлю в описании вот этого сайта, где можно приобрести такой вот гаджет. Вот сегодня такое у меня видео. Немножечко разнообразила свои ролики, а то рассада как-то мне уже
Поднадоело. Спасибо всем за внимание. Вы были на канале у Светланы Лодисад. Всего всем доброго.